Здравия желаю, уважаемые гости и подписчики. Сегодня у нас мощный обогрев, ребят, на галогене 120 ватт. Вот галоген с отражателем 120 ватт. Видите, нагревается мощно. Применяется дроссель, вот этот, 105 вольт, 0,8 ампера. И он автоматически создает, видите, режим импульса. Так как обратный ток с галогена, ребят, с галогена, больше, чем ток, который это подает. Получается нагрев, ребята, импульсами, нагрев 250 градусов, расход тока 0. Как видите, расход тока 0. Нулевой расход. Итак, ребят, схема. Так, сейчас проверим. Ага. Итак, схема, ребят. LED-драйвер. Это система для запуска светодиодных ламп. 105 вольт, 0,8 ампера. А галоген, ребят, на 120 ватт. То есть подключен к нему. Что получается? Драйвер подает питание, а галоген дает больше, как видели, яркий у него огонь. И закрывает доступ. То есть драйвер входит в режим импульса. В итоге, ребята, ток взяли и откатили сразу назад. То есть даже его не успели взять. Расход 0 ватт. Нагрев системы 250 градусов Цельсия. Такую, ребят, систему мощную можно применять для обогрева комнат до 100 кубов. До 100 кубов, и будет тепло зимой. То есть отличный обогрев зимой. Импульсный обогрев. Благодарю вас за внимание, всем удачи и железного богатырского здоровья!